этой неделе пользователи социальных сетей узнали про беду одной обычной семьи. 26-летней якутянке Таяне Захаровой, у которой выявили опухоль мозга, нужна помощь земляков, чтобы заплатить за вторую проделанную операцию и дальнейшее дорогостоящее лечение. О том, как продвигается сбор средств, расскажет Марианна Кутукова. Таяна – средняя дочка семьи Захаровых. Ей 26 лет. Целеустремленная девушка упорно шла к своей заветной мечте. Всегда хорошо училась и год назад поступила в престижный корейский университет. Но беда приходит без предупреждения. В марте текущего года во время учебы ей резко стало плохо. Таяна потеряла сознание и зрение на несколько часов. После обследования в одной из больниц в Сеуле ей поставили диагноз – опухоль гипофиза головного мозга. Поиски врачей в России не дали результатов. Никто не хотел браться за столь сложную операцию, так как размер опухоли был очень крупным. К счастью, нейрохирург нашелся в самом Сеуле. Первую операцию Таяне сделали 26 апреля. Удаление опухоли обошлось в 1 700 000 рублей. Эти деньги были собраны всей семьей и родными Таяны. Вторая операция прошла 10 мая. Это вот через нос уже следующая операция. Но опухоль еще осталась. Поэтому Таяне предстоит еще лучевая терапия. И тем, что это вот две операции, и очень долго нужно реабилитироваться. А мы 9 мая уже начали распространять информацию. Я опубликовала записи в соцсетях. Это ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Вот уже вечером 9 мая начали приходить средства. И мы были очень рады тому, что такой отклик был быстрый. На сегодняшний день, благодаря социальным сетям, родные Таяны собрали более 700 тысяч рублей. Оплата за операцию стоимостью более 1,5 миллиона рублей должна быть произведена ориентировочно 24 мая. Даже кто-то отправил 70 рублей. 70 рублей с добрыми словами. Я считаю, что это немалая поддержка. Надеюсь, что в скором времени, когда она уже выпишется, прилетит в Якутск, что мы вновь с ней увидимся и, как обычно, посидим, поболтаем. Телезрителей призываем помочь нашей подруге. Она всегда была очень жизнерадостной, красивой. Сейчас Таяна проходит реабилитацию после второй операции. С ней рядом в Сеуле находятся ее сестры Аина и Лина. Впереди еще лучевая терапия и длительное лечение, на которое тоже нужны немалые деньги. Информация о состоянии нашей землячки публикуется в приведенных на ваших экранах социальных сетях. Здесь же предоставлены все счета, куда вы, неравнодушные к чужой беде зрители, можете перечислить средства. Марианна Кутукова, Георгий Григорьев, МВК Саха, Якутск.